еще, конечно, не выяснили довольно многое о первообразных корнях. Например, мы разобрались с простыми числами, но еще не разобрались со степенями простых чисел. И много еще не сделали. Но давайте уже сейчас докажем квадратичный закон взаимности. Просто потому, что теорема великая, совершенно замечательная. Квадратичный закон взаимности был доказан Гауссом. До этого сформулирован он был Эйлером. По-настоящему простое доказательство закона взаимности было найдено в 1872 году Золотарёва. Доказательство в одну строчку, совершенно так мгновенное, замечательное, удивительно, но практически во всех учебниках это доказательство отсутствует. Это можно объяснить только традицией, только тем, что книжка Гаусса была настолько замечательной, арифметические исследования, вышедшие в 1701 году, что большинство следующих серьезных книжек по арифметике следовали этой книге. И, ну, что называется, даже упрощать не хотелось, просто настолько все было замечательно у Гаусса. Но вот это доказательство мы обязательно разберем. Кроме того, есть еще несколько совершенно замечательных с гауссовыми суммами. И сами по себе гауссовые суммы интересны, поэтому оно замечательное. Давайте, никуда не торопясь, просто обсудим вообще, о чем мы говорим. Что такое квадратичные вычеты, ну и, соответственно, квадратичные невычеты. Давайте возьмем какой-нибудь простое число, например, 11. И выпишем, какие бывают остатки. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Каждый возведем в квадрат и возьмем остатки отделения на 11. 0, 1. Заметьте, 9 то же самое, что минус 2, по-моему, для 11, поэтому результат будет один и тот же. 9. 16 дает остаток 5, и 25 дает остаток 3. Так вот, числа 1, 4, 9, 5, 3 – это и есть квадратичные вычеты по модулю 11. Как видите, их 5 штук. Другие, а именно числа 2, 6, 7, 8 и 10 называются невычетами. У 0 отдельно, то есть вычетов и невычетов поровну, и отдельно 0. Так вот, давайте докажем, что так будет всегда. Доказательство крайне простое, собственно, повторяет это. Выписываем 0 и плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус, плюс-минус 1 пополам. Возводим в квадрат. Ну, 0 в квадрате неинтересно, у нас разговор о ненулевых остатках. 1 в квадрате, 2 в квадрате, 3 в квадрате, по минус 1 в квадрате. Вот, это все разные остатки. Почему? Потому что если x квадрат дает такой же остаток, как y квадрат, где x и y меньше, чем p пополам и натуральные числа, то это означает, что x квадрат минус y квадрат делится на p. Ну, разность квадратов – это произведение разности чисел на сумму. Замечательно. Разность, чтобы делилась, нужно, чтобы x равно y было. Чтобы сумма делилась, ну, такое вообще не бывает, потому что x и y слишком маленькие. Не больше нуля и меньше пополам. Вот, значит, вычетов и невычетов поровну. Лежандр предложил замечательный символ. Символ Лежандра. Это
0, если А делится на П, единица, если А это квадратичный вычет, то есть если есть такое число, что А минус Х квадрат делится на П, и минус единица, если А не сравнимо с Х квадрат ни для какого Х. Одно из важнейших свойств символа Лежандра – мультипликативность. То есть А, Б, П, П – это то же самое, что А, П, П умножить на А, Б, П, П. Ну и если просуммировать по всем остаткам, то сумма равна нулю. То есть квадратичных вычетов столько же, сколько квадратичных не вычетов. Собственно, доказать нужно вот это. Один из простейших способов такой. Ну, смотрите, если А или Б делятся на П, то все понятно. Просто здесь будет 0, и здесь тоже один из множителей будет 0. Все естественно, все хорошо. Теперь разбираем варианты. Самый простой. А это х квадрат, Б это y квадрат по модулю P. Ну, черт, пусть все это не нули. Тогда все понятно. А умножить на B это x квадрат умножить на y квадрат, то есть xy в квадрате. Ну, все. Значит, этот символ равен единице, этот единица, это тоже единица, все хорошо. Второй случай тоже очень простой. Если а это x квадрат, а b не сравнимо с y квадрат, ни для какого y, то символ ABPP должен бы равняться минус единице. Нам хотелось бы, потому что вот этот символ ABPP равен единице, BPP минус единица. Мы хотим объяснить, почему это минус единица. Но давайте от противного. Предположим, что это единица. В таком случае AB сравнимо с каким-то z квадратом по модулю P. И смотрите, что у нас получается. X квадрат B, потому что A сравнимо с X квадрат, сравнимо с Z квадрат. Но у нас X не 0. Значит, B это есть Z разделить на X. Мы помним, что по модулю P можно делить на не делящееся на B число. И значит, B это квадратичный, а мы вычет, а мы знаем по предположению, что это не вычет, противоречие получим. Самый трудный случай, когда и А не сравнимо с x квадрат ни при каком x, и B не сравнимо. Но смотрите, что нас здесь спасает. В принципе, все ненулевые остатки, их по минус 1 штука, делятся на вычеты и не вычеты. Давайте, значит, здесь вот будет вычеты, здесь не вычеты. Вычеты, не вычеты. Их поровну, мы знаем это. По минус 1 пополам штук и там, и там. Вычет умножить на вычет, как мы уже поняли, это вычет. Не вычет умножить на вычет, тоже мы уже проверили, поняли. Это не вычет. И здесь стоят не вычеты. Но если мы берем такую таблицу умножения, то мы же помним, что в каждой строке перечислены по одному разу все ненулевые остатки. И если в этой строчке у нас здесь вот уже все невычеты перечислены, то здесь автоматически пойдут только вычеты. В каждой строке в каком-то порядке, но перечислены все ненулевые остатки. Значит, здесь тоже обязательно вычеты, как и здесь. Вычет на вычет, вычет, и не вычет на не вычет, тоже вычет. Значит, в третий случай мы тоже разобрали. Но на самом деле можно было обойтись без этого рассуждения, если бы мы знали, что такое критерий Эйлера. Оказывается, символ А по П это по модулю П то же самое, что А в степени П минус.